Знаете, какую страну, какое государство мы должны построить? Вот чего хотят люди? Люди хотят, чтобы жить без страха, чтобы их уважали, чтобы государство их не унижало, чтобы государство, наконец, занялось проблемами собственной страны, ее обустройством, чтобы у людей была возможность построить собственный дом, получить землю, чтобы этот дом мог быть обеспечен дорогой, газом, водоснабжением, инфраструктурой, чтобы закон был одинаковым для всех, чтобы росла экономика, чтобы появился настоящий внутренний спрос, чтобы государство занималось обустройством собственной страны. Вот чего хотят люди. Собирая подписи, мы встретились с сотнями тысяч людей. И мы практически не встретили безразличных людей. О чем говорят люди? Люди ставят свои подписи за честную, профессиональную альтернативу. Они ставят свои подписи за то, чтобы верить в будущее, чтобы они смогли поверить в себя. Люди видят промахи и провалы политики. Они тяжело переживают это. Они видят, с какими проблемами они сталкиваются. Вот за решение этих проблем, за альтернативу, за вывод страны из изоляции, за то, чтобы резко снизилась коррупция, за то, чтобы в стране была смена власти. За это люди ставят свои подписи. Моя задача, моя ответственность – показать людям альтернативу, показать людям движение в будущее, показать настоящее будущее нашей страны. Без бедности, без унижения, без коррупции. Показать страну, которая входит в число лучших в мире. Задача на этих выборах – создать мощное движение за перемены, за то, чтобы изменилась политика в России. Вот за это люди будут голосовать, за это они ставят свои подписи. И я выполню свою ответственность перед людьми. Я покажу дорогу в будущее. Я приведу Россию совсем в другое будущее, нежели у нее сегодняшнее настоящее. Все, спасибо.